CM Storm Scout 2 Mid-Tower Corpus для геймерского компьютера. Модель является развитием идей популярных корпусов Scout. Футуристический дизайн декоративных панелей был существенно обновлен, а из фирменных элементов по-прежнему есть прозрачное окно и ручка для переноски. Ручка значительно улучшена. Теперь она способна выдержать вес компьютера до 30 кг, а прорезиненное покрытие обеспечивает надежный хват для руки. Корпус вместительный и хорошо вентилируемый, так что прекрасно подходит для сборки современного игрового ПК. В корпус можно установить до 9 вентиляторов, включая 2 боковых вентилятора 120 мм для обдува мощных горячих видеокарт. Под сеткой спереди есть посадочные места под 2 нагнетающих вентилятора диаметром 120 или 140 мм. Один такой вентилятор с красной подсветкой уже установлен на задней панели. Подсветку можно отключить специальной кнопкой. Поддерживаются стандартные материнские платы ATX и MicroATX, имеющие до 7 разъемов расширения. За съемной правой крышкой виден большой вырез в раме, который позволяет с удобством устанавливать любую систему охлаждения под любой сокет. В данном случае мы устанавливаем воздушную систему охлаждения Cooler Master Hyper. И хотя радиатор кулера имеет внушительную высоту 160 мм, он без труда умещается в нашем корпусе CM Storm Scout 2. Конечно, здесь предусмотрена установка и радиаторов водяной системы охлаждения. Блок питания в комплект не входит, но зато пользователь может выбрать любой подходящий по мощности. Снизу, там где блок питания забирает холодный воздух, имеется съемная сетка на пластиковом каркасе, предохраняющем блок питания от пыли. В корпусе легко умещается одна или несколько больших видеокарт. А если демонтировать одну из трех секций для установки накопителей, то разместятся даже самые длинные high-end видеокарты до 40 см в длину. В корпусе предусмотрено 3 5-дюймовых отсека с установкой приводов без отвертки, 7 3,5-дюймовых для винчестеров и переходник для 2 2,5-дюймовых SSD. Все провода питания и всевозможные кабели выводятся через специальные прорези на обратную сторону корпуса, чтобы не мешать доступу к частям компьютера при апгрейде и току воздуха системы охлаждения. Провода крепятся комплектными стяжками, а прорези имеют резиновые заглушки. Боковая панель имеет специальную нишу для более комфортного размещения проводов. Отметим также полезную страховочную планку от рывков за провод. В верхней части корпуса находится выдвижная крышка, которая защищает разъемы от пыли и случайных повреждений. Здесь расположены разъемы микрофона и наушников, а также 2 скоростных порта USB 3.0 и 2 стандартных USB 2.0. Подведем итог. CM Storm Scout 2 – современный вариант полюбившимся геймерам корпусов Scout. Новинка уже поступила в продажу по цене около 4000 рублей.